Первыми пожилую пару, которая стояла на платформе подъемника, зависнув в нескольких метрах над землей, заметили прохожие. Через стекло пенсионеры сумели объяснить, что хотели подняться на пешеходный мост. У женщины сильно болели ноги, поэтому они решили воспользоваться подъемником, а не идти по лестнице. Но лифт застрял. Смотрю, там бабушка дергает дверь, не могут выйти. Начал, короче, ну, люди все проходят мимо. Там несколько парней остановились, мы хотели это, ну, вообще выломать дверь. Смотрю, они прям вот бабушка стоит, отдыхается вот так вот. Двери подъемника никак не хотели открываться, да и сама платформа замерла в верхней точке. Кнопка вызова аварийной бригады в кабине не работала, поэтому ремонтников вызвали все те же прохожие. В какой-то момент пожилой женщине стало плохо в душной кабине лифта. И именно в этот момент платформа начала движение вниз. Мы там прочитали инструкцию, ну, по инструкции ничего вообще не получилось. Просто чисто случайно резко лифт поехал вниз, резко вниз. И все, вот они сюда вниз опять приехали и вышли. Даже у меня сердце болит начал. Ладно, вот они помогли нам, держали словами. Давай, давай, это поможем, сейчас придет, ждем целый час. И механика нет, сказали полчаса, сейчас уже, сейчас прошло время. Проблема с подъемниками пешеходных мостов для нашего города не нова. Чаще всего они просто не работают. Но, как оказывается, и от исправных лифтов у людей, которые ими пользуются, проблем возникает не меньше. Артем Агалаков, Юлия Шабанова, Геннадий Федосеенко, Эфир 24.